открывает свой 23-й благотворительный сезон на сцене этого прекрасного концертного зала, который теперь носит название Финляндского. Давайте аплодисменты. Хорошо. 75-й годовщине начала блокады Ленинграда посвящается. Число. В этот день нас блокада огнем обожгло. Мы не знали еще, что замкнулось кольцо, и что смерть нам уже заглянула в лицо, что в огне на Бадаевских не рафинат, не мука, а блокадников жизнь горят. Мы в тот день не могли даже предположить, как нам долго терпеть и как мало нам жить. Ну, а если б и знали, какой нас ждет ад, все равно бы не сдали врагу Ленинград. Вы слышали голос? Но это блокадного мальчишки Анатолия Молчанова. Все равно бы мы не сдали тогда Ленинград. А сейчас всем миром поклонимся великим тем годам. Anymore.